заявки от заявителя в виде денег в сумме не менее 150 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство и купительство по службе. В этот же период времени незаконное требование ежемесячной подачи денежных средств в сумме 150 тысяч рублей в проекте взятки за общее покровительство и купительство по службе Ткашев высказал заявителю и получил последнего согласия на это. В период с сентября 2014 года по 27 декабря 2017 года Кашев является должностным лицом, действует с корыстным побуждением, в ходе неоднократных встреч ежемесячно лично получил от заявителя денежные средства в качестве взятки в общей сумме 6 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство последнему послугам. 27 декабря 2017 года Кашев задержан сотрудником ФСБ России по Саратовской области после получения от заявителя очередной суммы требуемых денежных средств в качестве взятки в сумме 150 тысяч рублей, и его преступная деятельность пресечена. 27 декабря 2017 года в 2:35 Кашев задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса.